Барсик, здорово. Ты прям как статуэточка сидишь. Любит гад на холодильнике сидеть. Залезет и сидит. Смотрит, да? Чё там с высоты видать птичьего полета? А, Барсик? Скажи, всем здорово. Всем здорово и пока. Всем здорово и пока. Ребята, в начале видео хочу выразить респектарное уважение зрителю нашего канала Федору. От души и сердца. Всех благ, как говорится. На одном из стримов Федя зашел к нам и отрапортовал кругленькой суммой. Леха, а порадуй родителей, подари им порядочные какие-нибудь подарочки. Я только за. Федя, спасибо тебе от души и сердца. Я подарки дарить люблю. Но выбирать подарки, согласитесь, это, в общем, такой творческий и немножечко ответственный процесс. Потому что надо подарить, ну, особенно в наше время, что-то нужное, правильно? Не абы что. Вот, и думал я, думал, и вспомнил. Маманя мне недавно говорила, что у них барахлит чайник. Чайничек, воду, чтобы кипятить. Вот, думаю, будет порядочный подарок, чайничек. Вот, сейчас я пойду в магазин, зайду Эльдорадо, вон там он у нас находится. И посмотрим, чайнички, надо какой-нибудь купить. Красивый, порядочный и фирменный. А вот, если уж дарить, то что-то такое нужное, правильно? Я считаю то, что правильно. Самый модный на свете наш торговый центр Щелково, Эльдорадо. Если вот в Эльдорадо не будет ничего подходящего, то можно в М-видео будет пройти. Вон там она на другом конце, М-видео. У меня и там карточка, если что, есть. А вот. Ну, бонусов нет, но карточка есть. От покупки начислятся бонусы, а потом на бонусы можно купить, ну, какой-нибудь диск для PlayStation. Порядочно? Ну, я считаю, что очень. Вот, 799 рублей. Так, ну что, у-у-у, ядрическая сила, целая витрина чайников. Ну, это мы сейчас что-нибудь выберем здесь. Выбор есть. Смотрите, и многие по скидке отдаются по желтым ценникам. Порядочно. А что, вещь нужная. Как раз у них барахлит. Они хотели купить, а то я им сейчас опачка, да? Бах, отдал. Феде респект. Ладно, сейчас я посмотрю повнимательней. Так-то вроде они все. Ну, хотелось бы вот такой вот, наверное, да? Прозрачный, он же еще светится. Так прикольно. Я бы себе тоже такой хотел. Мне этот газовый надоел. На газовой плите чайник, наверное, где-то год живет от силы. Потом он весь заляпывается жиром. Хотя я когда что-то делаю на сковородке, я его отставляю вообще в сторону. И все равно он как-то потом вот становится заляпанный жиром. Откуда он берется, хрен его не знает. Может, сам по себе вспучивается. Ну, в общем, я бы себе тоже такой хотел потом. Ладно, сейчас глянем. Вот тоже прикольный. Блин, такой типа как бархатный материал. Медиа. Это японский, да? Это, наверное, японский. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Кстати, коли мы уже здесь, мне ребята все рапортуют. Леха, купи себе мультиварку. Да я говорю, есть у меня мультиварка, просто я в ней не делаю, у нее... Ну, пластиком она пахнет. Еду делаешь, и вот, когда она нагревается очень здорово, значит, такой запах прям ярко выраженный пластика. Я даже с носом, который не чувствует запахов, все равно чувствую. И еда с привкусом пластика. Вот надо, наверное... Ну, у меня она такая, бюджетного сегмента. Тогда она стоила что-то в районе 3000 рублей. Может, надо, конечно, подороже, вот такую за 11. Ну, не знаю, я уже привык к обычной кастрюле. Мультиварка вещь классная, конечно. Вот на даче она вообще незаменимая. А дома-то у меня и казан, и кастрюлька. Ну вот у меня типа такой вот. Это какая-то Марта. А у меня Редмонд из дешевого сегмента. Хотя Редмонд вроде считается она порядочная фирма. О, вот смотрите, вообще за 2000 мультиварка. Нифига себе. Прикольно. Ну это год-полтора. У меня такая же была, тоже дешевая самая. Полтора года прослужила, у нее потом тент. Там такой тент стоит в ней вот, внутри. Он перегорел.
Ну, если что, вот можно за 2000 купить мультиварку, если уж прям приспичит, а бюджет ограничен. Самая дорогая, наверное, 22 199. Но вот это уже, конечно, тема, да? Вот эта тема, я понимаю. Вот это вам наготовить, что хотите, Идрин. Ну и как я могу мимо любимого отдела пройти, да? Каких-то супер акций здесь нету. По-моему, вообще никаких акций нету. Вот прыгает она, то 2000 стоит. Теперь 4. Наверное, вряд ли она теперь подешевеет. Произвел затарочку. Я думаю, что довольно-таки порядочную технику приобрел. Знаете, ребят, я что решил? Федор отрапортовал десяточку чайник. Отдал я 3,5. А остальные деньги... Ну, это как бы подарок и мать, и батя. Чайник, да? Остальные деньги я решил просто отдать деньгами. Мне кажется, в наше время лучший подарок – это деньги. Тем более батя нужно делать ТО на машине. Я думаю, любая копеечка, она сейчас, как говорится, лишней не будет. А вот обслуживание стоит дорого. Даже еще не узнавали. Боимся узнавать, сколько будет стоить сделать ТО на Volvo XC90. Вот, просто батя после больницы сейчас выхаживается, ему особо-то, да и не знаешь, что подарить. Есть ему особо ничего нельзя, без одежды у него вроде все есть. Так вот я думал, гадал, думаю, если я подарю деньги, это будет самый лучший подарок сегодняшнего дня. И сейчас мы чайничек презентуем, вот, от души и сердца. Так что я думаю, что то, что порядочно. Мне кажется, Федя одобрит данный выбор. Неделька была комфортная, погода плюс 10 градусов. Ребята, представляете, это в марте месяце, всю неделю плюс 10. Вот сегодня пятница, пока тепло еще. Почему пока? Потому что на выходные обещают мороз, метель, похолодание довольно-таки серьезное. Я обычно по пятницам машину мою, но в этот раз я решил не ездить на мойку. Ну что, сейчас помоешь? Обещают вроде метели, снегопад, какой смысл, да? Лишний раз только керхером лакокрасочное покрытие мучить. Ветерочек есть холодненький, если холодненький ветерочек. Да, сейчас надует. Ой, ну как всегда, да, вот. В будни хорошая погода, а выходные сидите дома, Ядрёныч, отдыхайте. Не хрен шляться по улице. Мороз, метель. Занимайтесь домашней уборкой, бытом. Бытовые услуги производите у себя дома. Там пыль протрите, пропылесосьте. Влажную уборочку сделайте. А мы-то мечтали, а мы на шашлыки хотели пойти. Думали, плюс 10 всю неделю, выходные будет так же. Можно и на шашлычки метнуться. Но не вглубь леса, а так хотя бы на окраине посидеть с мангальчиком. Нет, сидите лучше дома. Сон мне что-то хреновый приснился. С четверга на пятницу говорят сны вещи. Представляете, мне приснилось, что у меня велосипед угнали. Я выхожу, а велосипеда в коридоре нет. Ё-моё. И главное, дверь на замок закрыта. Я к соседям. Я говорю, кто мой велосипед спер? Не знаем. Шурик вышел, говорит, прям как наяву, реально. Не знаю, говорит. И я так расстроился, что даже проснулся. И пошел, и посмотрел. Открыл дверь, посмотрел, стоит на месте. Ну, ядрическая сила, это вообще вот к чему, а? Велосипед, ну. Не, я решил для себя, я раньше как делал? Я велик, рюкзачок, куда-то в магазин приеду, на проволочку застегну его, и по магазину могу час ходить. Ну, вон там, на Партизанск у нас замечательный магазин, я неоднократно показывал вам, там Adidas, Reebok, Puma. Там туда приеду, там пошляюсь, KFC посижу, покушаю. Сейчас я так делать не буду. Именно вот боюсь то, что перережут да угонят. У меня велик-то модный, да чего ж. 26 тысяч по акции я его забирал. Но сейчас он, кстати, стоит 38. А тогда он стоил 32, но по акции 26. Так что берегите коней железных своих. Ну, это японский. Это японский. Вам подарок. Но это не мне, это Феде. Да, Федор, спасибо большое. У нас как раз чайник. Я даже думала, когда купить, не купить, да сколько это все будет. А здесь раз,
И очень. Слушай, хорошо. Ну у вас-то вроде тоже модный, да? Да, модный, но видишь, у него что произошло. Крышка. О. Крышка отвалилась? Да. Это как его так можно было уронить-то? Вот так. Федя отрапортовал. Так, сейчас ножнички возьму. Федя отрапортовал купить вам подарки. Но я думаю, то, что в наше время лучший подарок это доларишка, правильно? Ну это да. Сейчас. Так вам как раз ТО надо делать, и я бате да. Вот 7500 переведу остальные. А, кстати, со временем стекло заляпывается, да, вот это вот? Я думал, оно это все время чистое. Нет, я смотрю, на нем же тоже остается, да, вот оно какая-то остается, фигня? Хотя я и кипячу специально, чтобы накипи не было с кислотой. Ну и сколько он прослужил вообще? Недолго. Но этот будет долго, потому что от души. Вот так вот выглядит. Ну, Полярис. Это не со свистком. Надо было со свистком. Так, сейчас. А тот куда, на выкидывание или на дачу? Не, на дачу. На дачу. Это что, в наше время? Стикс. Стрикс. Стрикс. Чем угощаете? Щи. Я тоже сегодня буду суп варить. Щи вкусные. Щи, рот, полощи. О, ядрическая сила. А? Ну, не он, красивый. Не он. Пузырится Кока-Кола, да? Да. Сейчас бряк и крышка отскакивает. Не, отстреливается. Отстреливается. Ты же его на то же место поставил, а тут аура сломана чайничная. Ого, пошел. Смотри, какая. Слушай, красиво. Это релакс-то какой, а? Это можно наблюдать и релаксировать. Пузырики. Да, да, да. Нервы успокаивают. О, все, выключился, все. Быстро. Сработала система, ну. Ну, все, работает. Японцы. Спасибо. Федор. Молодец. Федя, от души и от сердца. От сердца и от души. Сегодня не день, а просто праздник какой-то. Пока мы обозревали модный чайник, мне пришло письмо на почту. В телефоне открыл, а там рапортуют. Алексей Михайлович, ваш товар доставлен в пункт выдачи. Можете забирать. Вот иду в пункт выдачи. Так что сегодня, ну, все с подарками. Все с подарками. Не, ну я думал, то, что во второй половине дня придет. Я знал, что с сегодняшнего числа, но во второй половине дня. А прислали в первой. Мелочь, а приятно. Ну, сейчас я получу, и мы посмотрим, что-то я там себе такое заказал. Ребята, радость от покупки. Радость от того, что получил товар в первой половине дня, сменяется легким волнением. Слушайте. Там не должно такого звука быть. Это я не погремушку заказал. Товар может быть поцарапан, но надеюсь, то, что не будет. Ну что, ребята, посмотрим, что там такое гремит у нас. Ой, волнуюсь. Ой, не хочется мне, чтобы товар забраковался мой. Так, аккуратненько вскрываем. Прямо руками, без всяких специальных инструментов. И Watch Dogs 2, ребята. Ну, хотя бы игру мне привезли ту. Вот захотелось мне что-то Watch Dogs. Давным-давно, ну, у меня это второй канал, а был еще до этого канала еще канал, я запускал стрим. На стриме том мы проходили игру Watch Dogs 2. Она офигенная. И вот я ее купил себе для плоечки. Есть еще Watch Dogs Legion, но я его потом тоже приобрету. Вот. Но вот этот товар я забросил в корзину, и он последний в наличии. По крайней мере, на Озоне в наличии нет, написано. Может быть, уже сейчас появилось, когда вы смотрите этот ролик. Но когда я вот закупил Watch Dogs 2, это была последней игрой в наличии. Ну, мне стало приятно, думаю. Успел запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Блин, но только бы диск не был поцарапан. Вот это вот обозначает то, что он со своего посадочного места соскочил и болтается по коробке. Так, а вот тут бы, конечно, бы специализированный инструмент бы понадобился. Ну ладно.
сетевыми пластинами отковырнуть не получается. Сейчас подковырнул его ножичком. Кисочек. Новый. Ubisoft, ребята, представляет эксклюзивные материалы для PlayStation 4. 30 дней раннего доступа к наборам DLS. Что это такое, без понятия. Мир хакеров ждет вас. Ну, это типа GTA, открытый мир. Вот, ну, там такая тема, хакеры, там туда-сюда. Исследуйте яркий Сан-Франциско. В Сан-Франциско дело происходит. Взламывайте что угодно, боритесь продажными корпорациями. Изучайте бесшовный открытый мир. Зовите друзей в совместную игру или PvP режим. Ага. В совместную игру, да? PlayStation Plus ядрёдать. Был когда-то у нас. Так, ну что, вот он десочек. Вот он родненький. Ни одной царапинки. Ну, видите, коробка спроектирована так, то, что если он по ней болтается... Не царапает, ну слава богу. С души слегло. Так, ну вот тут есть. О, даже какой-то буклетик есть, это прикольно. Руководство, служба поддержки, гарантия. Угу. Ну и реклама, вот. Шост Рекон. Ну какая-то вот, короче, тут реклама. Да. 17. В продаже с 27.03.2017, ребята. Уже тоже стал это ретро ядрёный. Так, а сама вот эта игра Watch Dogs 2 у нас какого года-то? 2016 что ли? Да, 2016 года. Как давно это было? Я бы и первую часть купил. Первая часть тоже классная. Ну и Легион. Вот первая часть, я не знаю, на плойке 4 есть. Она, наверное, в ремастере, если... Есть то в ремастер, да? Ребят, отпишитесь, есть первая часть Watch Dogs? Я что-то не нашел, на Озоне не нашел. Легион, Watch Dogs 2 есть, первой части нету. Вот, ну, в общем, вот так вот, ребят, заходите на наши стримчонки. Мы там иногда проводим летсплейчонки, играем в игры. Вот, и в эту игру мы тоже обязательно поиграем. Так что жду вас на стриме. Ну, вот такая вот покупка. Я рад. А, ну и обошлась она 1800 рублей, ребят. Ну, я думаю, что это нормальная цена по нынешним временам. Как раз для нее местечко вон там, он наверху. Опа, как к себе домой, а? Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 25 дисков! Нифига себе, юбилейное число! А вот, ну вот, надо такую же еще полочку и потихоньку заполнять. Но в связи с тем, что диски очень подорожали, она будет заполняться долго-долго, вторая эта полочка. Не, на самом деле у меня игр много, и мне их еще надолго хватит. Сейчас я что только может быть Watch Dogs Legion, то есть продолжение Watch Dogs, а вот, чтобы у меня была коллекшн. А так больше ничего не хочу. Есть во что играть, надолго хватит. Игры тут длинные в большинстве на Соньке. А вот, а там, глядишь, и PS Plus вернется. Да вернется, конечно, куда он денется. Вот. Так что вот так вот, Игорь, живем!